И всем привет, друзья! Вы на творческом канале «Хочу творить». Не забудьте подписаться. В этом видео мы сделаем с вами такой оригинальный подарок. Выполнен он из 2000-й купюры. Складываем нашу купюру на две части. И затем еще раз, только в другую сторону. Так, мы с вами наметили центральную линию. К этой линии загнем нижнюю часть и верхнюю. Раскрываем. Переворачиваем бумагу, и у нас получились три линии. Нам нужно нижнюю и верхнюю линии сложить к центральной. Так, мы с вами смотрим, где центральная линия, потому что ее плохо видно. И складываем бумагу к ней. Затем вторую сторону. Отлично. Переворачиваем бумагу. Нет. Здесь будем работать. Загнем уголки. Так, стараемся, чтобы было одинаково. И вот эту заднюю сторону купюры тоже немножко загнем. Это воротник. Дальше сложим нашу купюру немножко непропорционально. Примерно так. И затем сделаем небольшое такое вот примерно так. Спрячем немножко купюры вовнутрь. Нам нужно раскрыть вот эти верхние и боковые части. Раскрываем и продавливаем новую линию. Здесь то же самое. Раскрываем и выравниваем. Переворачиваем. И вот эти стороны будем загибать вовнутрь. Смотрите, мы загибаем и затем здесь пальцем тоже давим. И у нас бумага сама сворачивается. Здесь она натягивается. Нам нужно примерно до середки, можно чуть выше сделать загиб. Вот так. Здесь продавливаем, и у нас бумага сохраняет свою позицию. Здесь то же самое. Смотрим, чтобы было одинаково с этой стороной. Загнули. И вот эти стороны теперь нам нужно открыть. Это будут рукава. Все, купюра наша готова, поделочка из купюры. И так она красиво, оригинально выглядит. Мы ее сейчас немножко продавим, чтобы она была более ровнее. И можно ее дарить.